участники музыкально-лингвистического лагеря OneCamp с самого утра в невероятном волнении. Время встречать своего кумира. Во Всероссийский детский центр «Смена» приехал артист лейбла Black Star Мод. В течение 2 дней гость познакомится со своими юными почитателями, увидит их творческие номера. Лучшие выступят с популярным исполнителем на одной сцене во время гала-концерта. Участники лагеря OneCamp встречают долгожданного гостя флешмобом. Массовый танец девчонки и мальчишки подготовили под одну из песен Мота. Сегодня для участников музыкально-лингвистического лагеря OneCamp большое событие. Наконец-то их ожидания сбылись. В гостях звезда Black Star Мод, и сегодня они могут с ним пообщаться, сфотографироваться и взять автограф. Каждый отряд подготовил любимому исполнителю подарок. Плакаты, арт-объекты, кричалки и футболка с пожеланиями от самых старших OneCamp-овцев. Многие еще не верят, что все по-настоящему. Не верится, что это происходит, но он здесь. Вот мы уже скоро подойдем к нему. Мы все это время готовились к гала-концерту, к экзамену. Мы надеемся, у нас получится пройти на него. Приехал наконец-то наш кумир, которого мы очень долго ждали, и все круто очень. Я на самом деле очень счастлива, я очень долго хотела увидеть Мота вживую, уже как 2 года. Я не спала всю ночь и готовилась долго. Мы готовились целую смену, каждая кафедра готовила какие-то свои подарки, сюрпризы. Наши танцоры сейчас будут выступать, вокалисты, и мы все очень рады, что он приехал, потому что это реально... Большой, огромный сюрприз для нас, и мы его очень ждали. Гала-концерт близко. Отбор пройдут лучшие из лучших. Мод посетил кафедры лагеря OneCamp. Хореография, фото, вокал. Ученики кафедр серьезно подготовились. Атмосфера очень крутая. Мне очень приятно, что так серьезно дети подготовились. И танцы, и плакаты. И я уверен, это еще далеко не все. Мне безумно приятно, что такое внимание и такая встреча теплая, даже жаркая, горячая. На этом сюрпризы не заканчиваются. Команда мальчиков вышла на футбольное поле, чтобы сыграть против своих преподавателей и Мота. Конечно же, нашлось много болельщиков. Матч завершился со счетом 5-4. Победителем стала команда Мота. Знаете, мы появились в счете 2-0, как бы вот, но потом, видно, почувствовали себе некую уверенность, как какие-то силы, и пропустили 3 мяча. Мы пытались отыграться, но, как видите, у нас не получилось. Играть на одном поле со звездой – это что-то новенькое, конечно. Ну, конечно, спасибо ему за игру, было очень весело. Каждый день как праздник, каждый день фестиваль. Много ярких моментов позади. Впереди событие, к которому участники музыкально-лингвистического лагеря OneCamp готовились всю смену. Гала-концерт вместе с Мотом. Как же хотелось бы мне, чтобы тоже было до 18 лет, и попасть в такой лагерь, насладиться вот этим солнцем анапским, насладиться атмосферой, которая здесь присутствует, завести новые знакомства и также беззаботно по-юношески, по-детски проводить летние каникулы и летние праздники. Друзья, всем привет! Мод Стелли специально для Смена ТВ.